тот день, возвращаясь из бара домой, я заплутал по незнакомым улочкам. В окне я увидел девушку невероятной красоты. Я был уверен, что тоже понравился ей. И хотя она делала вид, будто не хочет, чтобы я заходил, я решил, что должен попасть в дом во что бы то ни стало. Ударившись головой, я на какое-то время потерял сознание. Придя в себя, я увидел, что дом навис надо мной, проклиная меня тысячью голосов его уродливых жителей. Я должен был вырвать ее из этого места. Надувной дом душил меня. Я чувствовал, что конец близок, и был парализован какой-то апатией. Когда я очнулся, все было кончено. Напрасно пытался я вдохнуть жизнь в проклятый дом. Мне ничего не осталось, как достать свои походные ножницы. Когда-нибудь я состарюсь, но лицо Ольги на стене будет напоминать о ее жертве до самой моей смерти.